Сегодня мы расскажем о парне, чье имя определенно стоит запомнить. Тот самый барабанщик из «Одержимости». Человек большого везения и трудолюбия – Майлз Теллер. В 20 лет будущий актер попадает в ужасную автокатастрофу. В результате – лицо в шрамах, металлические пластины в черепе и решимость не разменивать свою жизнь на пустяки. Майлз принимает решение идти за своей мечтой и стать актером. Он заканчивает Нью-Йоркский университет и получает степень бакалавра искусств. Впервые пресса обращает на него внимание после дебюта в большом кино в роли сложного подростка в психологической драме «Кроличья нора». Еще одну порцию комплиментов Теллер получает за захватывающее время – инди-мелодраму о молодом парне, который не знает, чего он хочет в этой жизни. Вместе со своей экранной партнершей Теллер получает специальную награду жюри фестиваля Sundance. Директора по кастингу зовут этот дуэт в большой интернациональный проект – экранизацию антиутопии «Дивергент». Майлз Теллер не скрывает, он согласился сниматься в серии фильмов ради международной огласки и солидных гонораров. В то же время актер не забывает и о независимом кино. Так, поворотным моментом в его карьере становится «Одержимость». Теллер увлекался игрой на барабанах с детства, но ради роли талантливого музыканта, мечтающего о славе, он решил дойти до совершенства. Как и его герой, он выматывал себя репетициями, стирал пальцы в кровь и не спал ночами, играя ту самую плеть. Пресса была единодушна. Роль одержимого барабанщика стала настоящим прорывом для актера. Опыт «Дивергента» и феноменальная популярность «Одержимости» сделали Теллера невероятно востребованным. В 2015 году выходит 5 картин с его участием. Среди них, например, перезапуск супергеройской франшизы «Фантастическая четверка». В ней он исполнит роль мистера Фантастика. Сиквел «Четверки» уже подтвержден на 2017 год. Майлз Теллер обещает задержаться на киноэкранах надолго, и этот ритм нам подходит.